любимки, приветики. Сейчас я буду спрятать свой такой вот чемодан. Время уже почти 2 часа. Сейчас пойду за школьной справкой, потому что мне надо обязательно это для посадки. И я вот уже... А, у меня чемодан нет. Есть у меня портфельчик собранный. Там у меня в коридоре чемодан собранный. Вот, скоро уже поеду, даже не верится, что уже через 5 часов будет что-то интересное. Потому что, честно, я не ездила на поезде 10 лет. Мне реально, я прям в предвкушении, я реально в шоке, что я вообще еду на соревнования в город за 700 километров. Максимум, что бывает, это на соревнованиях по гимнастике за 100 с чем-то километров от нашего города. Вот, но, блин, я еду в Хабаровск, это довольно крупный город, короче, вообще очень круто. Кошечки хотят со мной уехать, особенно маленькая, она прям сидит на моем чемодане. Уже через 1,5 часа. 1 час. А вот и вокзал, мы приехали. Мне не слов. Скоро отъезд. Новый термос. Йоу. Еда. Мне очень вкусный ланч, на самом деле. Привет. Уже кушаем. Блин, она так некрасиво теперь выглядит. Знаешь, какие-то картошечка, филешка, огурец с моим фирменным резаньем интересным очень. Смотрите, какие крутые очки. Ну, ё-моё. Вообще вайбовые. У вас такой, а мне роллтон. Я не люблю. Ход такой пацан сюда. Девочка. Вот к ней. Лови. Я буду вот здесь. Привет. Сейчас. Ее как тогда пустили? Пойдем поджиг какой-то. Салам алейкум. Переверните ее, в общем. Вот. А, все, разобрали. Это матрасик, типа, домой? Да, он тебе не помню. Что за красотка среди этой? У вас купе теперь. Еще и укачивает, короче. Я сейчас буду снимать перчатки, просто тапочки переобую. Кстати, мама мне сказала вообще в туалет с телефоном не ходить, типа упадет в унитаз. Как она упадет в такую маленькую дырочку? У меня такая теперь палата. Я сделала просто изоляцию от общества. Потому что, блин, я на проходном дворе, камон. Что сказать? Я еще рядом с тренерами. Все очень темно. Я себе на тренировку взяла плед, чтобы согреваться перед прыжками, ну, соревнованиях, чтобы укрыться, сохранять тепло в себе. И я вот поняла, что я буду спать с этим пледом, потому что, знаете, такое родное, комфортное, что-то. Я, кстати, сегодня вообще без косметики, поэтому извините, пожалуйста, что я выгляжу как пандочка. Ну, ничего страшного, как бы, что есть, что естественно, то не безобразно. Мы сейчас в городе Биринджа остановились, ну, поезд. И это где-то 200 километров от Хабаровска. Короче, ночь просто пипец полный. Я еще попыталась еще уснуть, чтобы как бы выспаться. Ну, где-то поспать еще 15 минут. Но это невозможно.
короче, не сказывала. Был профессиональный у меня белый фон. Проснулась я одну минуту назад. Ладно, рассказывала. Я легла где-то в 23:40. Не знаю, сколько я уснула. Именно уснула, потому что сном мне как бы нелегко. Вот. Но проснулась я первый раз в час. Потом уснула, еще чуть ли два раза не упала с кровати. Очень мало здесь мест, но как можно понимать. Вот, потом я еще, блин, чуть ли не там, не знаю, 50 раз ходила в унитаз, в туалет. Вот, потом проснулась еще сколько-то, в 4 проснулась, еще проснулась, а еще проснулась, 6 таблетку выпила, сейчас пыталась еще уснуть. Нифига. Короче, мой сон, это просто вот так. Я очень много раз просыпалась. Все, просыпаюсь окончательно. У меня сегодня тренировка именно. А вот завтра сами соревнования. Пойду кушать яичко, они вот там. Мне кажется, не очень идет. Кто они такие прям большие? Я просто нанесла со слоев. И все. Блин, мне нравится, как получилось. Очень-очень нравится, если честно. Офигеть! Ё-моё, а есть очередь? Мы приедем где-то через час. Может, через 50. Ну, а здесь такой прикольный вокзал. Да, маме написать, что мы приехали. Мы в трамвай. Капец. На багаж вот 10 таблеток. Подниматься на 4-й этаж с дофига килограммовым чемоданом, вот самое то. Мечтали, конечно, да? Так еще тренировку идти. Еще и тренировка. Все, 417. Это рум тут, типа, да? Да. Так, там. На самом деле комфортно. Там еще вроде кофе и чай выдают. Вон там, так что вообще класс. Все, закрываем. Конечно, я чищу зубы. Это наш номер. Ну, я нормально, комфортно, так что... Фелик. Кто так красится, если не я? Подбородок. Руки. Ноготь. Рука. Типа ты. Еще и криво. Пенка. Влог начинается с того, что я глажу собачку. Он продолжается уже. Пойдем. Слушай, собачка чистая, ну или грязная, не знаю. У меня когда волосы грязные, они, в принципе, такие же. Мы идем в пятерочку, йоу. Я понюхала. Кого? Руку? Ну да. Вкусно очень. Малой пах. А типа они что? Очень офигенные есть булочки с творогом. Я думаю, можешь взять. Я очень хочу пюрешку. Не, где пюрешки? Прям пюрешки найдем. Я хочу пюрешку. Я вообще пришла чисто за пюрешкой. Я думаю, может, возьмем какую-нибудь булочку интересную. Офигеть, какой крутой вкус. А это что, такого нет у нас? Я не видела, впервые вижу такой вкус.
стоит 82. У нас вот такая маленькая, одна 82 стоит. Тут типа гигантская 250. Класс. Ну, не, ну, офигеть. Ну, это уж мясо. Фу. Не любишь это? Нет, просто не хочу. Такого за 15 рублей. Офигеть. Что я взяла? Лоя за 33? Ну, я не знаю, если хочешь. Я в шоке, что за цены вообще. Что еще есть? Что еще есть? Да, мы... Первый раз в Пятерочке, ребят, вы что? Мы купили колу за 15. Ну, Лиска уже пробовала, ну... Она сказала, что она будет бомжом, но она не будет бомжом. Она возьмет ее, если что, так? Нет, так-то бы летом взяла, наверное. Если бы холодная была, то взяла. Кстати, ну, неплохо. Нормально. Ну, типа, если сравнить прям с колой, то отдаленно. Ну, как газировка. Немного кислый, он немного кислый, скажу вот так вот. Привкус немного прям странный. Ну, а так вот, типа, газировка, если в холодильник, мне кажется, вообще очень вкусно. Давай. Было. Сейчас пойду чайник заливать. Вот я просто в шортиках сейчас померила просто как что. Вот, что еще хочу сказать. Тренировка скоро у нас будет. Интересно, какой-то манеж вообще в Хабаровске. Ну все, чайничек. Какой масштабный зал, ну, посмотрите, просто пипец. А небо. Ну, посмотрите, как мы пролазили. Вон там пролазили, типа. Бывает. Короче, история с раздевалкой. Я купила себе такую вот картофель, бекон и сыр, буду алоэ и булочку. Слушай, как будто кока-лоу, смотри. Ну-ка, тихо. Ой. Новый айфончик. А как ты собираешься чем есть? Ложкой? Слушай, так прикольно. Яблоко малина со сливками. Офигенно. Да, у меня тоже. Мы все кушаем-кушаем. Мне сегодня рассказали вообще, какой план действий. Это жесть. По соревнованиям. Не спать. Завтра соревнования. Всем спокойной ночи. Йоу, это наш завтрак, типа. Вот. Сырочек. Картошечка. Не, ну прям как ужин, на самом деле. Вау. Мы сорвали йогурт. А у тебя, кстати, каким вкусом? О, маракуйя. Или персик. Маракуйя обожаю. Заварила я кофеечек. Смотрю телевизор, да. Вот. Где-то через сколько? 10 минут 40, мы уже пойдем в зал. Нам идти 20 минут. Так что нормально, да. И в 11 соревнования. Я даже не знаю, страшно мне или нет. Я просто ничего не чувствую. На соревнованиях я прыгала как длину, так и высоту. Длина у меня получилась вообще неудачная. Две попытки за ступом и третья попытка просто ужасный прыжок. Но на высоте все немного иначе. Я ехала туда чисто ради, в принципе, высоты. И я могу сказать то, что я заняла 4-е место. Я взяла 140, правда, с третьей попытки, что очень меня разочаровало. И 145 со второй попытки. Вот, также у меня сейчас второй взрослый разряд. И еще что хочу сказать, то, что если бы я взяла бы все с первой попытки, то есть 141, 145 с первой, я бы заняла 3-е место. А там очень много городов было, там Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Амурская область, Сахалин, короче, очень много всего. В общем, я всем довольна, что у меня и как получилось. Все, я еду в торговый центр, я уже отсоревновалась, ну, расскажу попозже, как у меня вообще результат, возможно, уже рассказала. Короче, ну, в принципе, я довольна собой. Этажей, 18 этажей. Он какой-то еще и плоский. Что такое вообще? Тебе тут 18, а сзади тебе 26. Оу. А вон там река Амура. Она у нас тоже в городе.
Вот и вообще моя цель. Для чего я ездила на соревнования сюда. Да, бывает. Йоу, типа епьёбье. Что? Меня покажи. Это где должно быть? Я вкусно и точка. Возьми. Давай, обзор бургера. Какой бургер? Бургер где-то стоит 170 рублей. Наличие салатик, соус, помидорчики, куриная курица. Курица там, бекончик еще где-то есть. Не, ну кефир стоит. Бекончик я уже вроде съела. А, нет, вот он. Сыр, ну, куриные котлеты, все. Так. Я наелась. Ты молодец. Смотрите, какой костюмчик в Лайме есть. Классный. Мне очень нравится, как выглядит. Здесь мне похудеть. Но это я поела вкусной точкой. Я очень много покушала сейчас. Вот, и в целом немножечко схуднуть. И вообще классно. Йоу, я так много взяла на самом деле, тут просто не видно. Я сейчас в Levi's. Такие вот штанишки прикольные. Это Levi's. Такой вот. Класс. Впервые. Надеюсь, они подойдут. Я очень хочу их. Sunbury. Такой гигантский магазин. Очень большой. Вот. Я с 9 утра в ходьбе. Я думаю, что наня были. И я очень устала. Прям реально очень люблю. Ноги отваливаются. Они скоро реально упадут. Мне... Сережки Соколов. Да, короче, в стекле, правда, класс. Вообще. Вот такой карандаш для губ. Он, знаете, я взяла на самом деле оттенок наугад. То есть даже не 103, не 104, а взяла 101. То есть он светлее моих губ. Еще я криво накрасила. Блин, взяла светлее своих губ. Почти. Прям под цвет, знаете. Ну ничего, знаете, натурально. Вот такой очень красивый, очень мило получилось. Мне не нравится такая вверху, вот так. Ё-моё, я дома. Ну, не дома, а в гостинице. Я не была здесь с 9 утра. С 9 утра я здесь не была. Сейчас у нас, если что, почти 9 вечера. Я заходила сейчас пятерочку с родителями. Мне купили покушать. У меня ноги просто сейчас обрушатся. Ребятки, я сейчас волнуюсь, и все, короче, я разочарована. Я купила карандаш Винсово уже третий, потому что два я потеряла. Третий, причем, оставила в пиджаке в магазине. Короче, и я купила очень стрёмный оттенок, я не знаю, зачем я его взяла. Правда, не знаю, 101-й. Посмотрите, он светлее моих губ. У меня был до этого 103 и 104. 104 и 103, сейчас 101. Нельзя было взять хотя бы 102. Блин, ну, в принципе, знаете, как классно выглядит. Это вот этот карандаш и блеск. Такой, который прям будет виден. Яркий. И тогда очень красиво выглядит. Как по мне, ну, это реально шикарно. То есть с этим моим... карандашом и с этим бальзам просто нереально выглядит. Грант и десерт. Да, он еще. Ну, если честно, если... наверное, я бы еще раз... Только если другой вкус пробовала, так не знаю. Ну, не такой уж прям вау. Сегодня я уезжаю домой, но на машине. Так что да, 8 часов дороги на машине. Ну все, гостишка. Пока. Ну, здесь рассказывать нечего, просто на протяжении 8-9 часов мы ехали домой. На машине с родителями, они были на моих соревнованиях. Вот и наконец приехали.
На этом влог заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, может, как-то вас рассмешило, чем-то заинтересовало, обязательно ставьте лайк или подписывайтесь, как-нибудь меня поддерживайте. Также есть телеграм-канал. Всем пока!